Приобрел я мясо барашки. Сегодня буду радовать семью сочным и вкусным шашлыком с бараниной. Так, ну что ж, приступим. Вот это мясо снял я с задней части барана. Сейчас по возможности буду убирать вот эту пленку. Пленку, жир, жилки. Ну, то, что нам не нужно на шашлыке. Берем пленочку. Так вот. Разрезать мы будем на шампура. Это примерно получится где-то вот такие вот кусочки. Мне кажется, вот такие кусочки. Мне кажется, таких будет достаточно. Отлично. Мясо свежее. Барана разделывал сам вчера. Так, друзья мои, мясо я порезал. Теперь я добавлю курдючный жир. Это будет очень вкусно. Также кусочки примерно такие же будут, как и мясо я делал. Так, ребята, вот что у меня получилось. Мясо с жиром уже порезано. Сейчас будем отправлять. А начнем мы с лука. Лук режем полукольцами. И потом, когда будем мы его засыпать в наше мясо, получается, мы его немножко раздавим руками прям. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, как это я делаю. Я его обязательно разожму и вот так посыплю. На такую чашечку я взял 4 луковицы. Как только мы засыпали все луком, сверху я насыплю соли. Потому что соль заставляет лук отдавать свой сок. Будет сочнее. Сверху прям сыплю. Поперчим черным перчиком. Здесь у меня приправа для шашлыка. Я высыплю всю пачку. Нальем растительного масла. Ну, здесь я не могу тоже сказать сколько, потому что тоже так же на глаз все это делать. Сыпану немножко паприки. Паприка, она в принципе вкуса не дает, но цвет будет шикарный. Так, много сыпать не будем мы ее тоже. И есть у меня вот такой вот замечательный помидор. Мы его просто выдавим. Вот так вот сверху. Сок помидора. Можно перемешивать, я думаю. Все у нас уже готово здесь. И приправа. И выглядит замечательно. Так, друзья мои, я самого главного не сказал. Я буду убирать это все на ночь. Получается, ночь у меня этот шашлык будет мариноваться. Но перед тем, как жарить, я добавлю еще сок лимона. Он, можно сказать, один из главных ингредиентов. Так, ну что ж, снова всем здравствуйте. Прошла у нас ночь. Теперь я перед тем, как жарить, возьму пол лимончика. Вот так вот. И выжму. Обалдеть. Выжму пол лимона в наше мясо. Замечательное. Дальше перемешаем еще раз. И начнем разжигать. Хорошая погода, не жарко сегодня не особо. Побаловать семью, так это вообще клево. Кто не любит шашлык? По-моему, таких нету людей. Вот так вот, друзья, проводим время, когда хочу побаловать свою семью.
Запах, друзья мои, великолепный. Если бы я мог передать его, это просто нечто. Так, ну что ж, друзья мои, в конце я хочу сказать, что за кадром, конечно, я попробовал уже кусочек, врать не буду. Получился очень такой, не знаю, видно будет сейчас на камеру, попробуем. Очень сочный, прям с него бежит сок, когда раскусываешь кусочек. Обязательно попробуйте этот рецепт. Какой он вкусный, друзья. Попробую показать вам на камеру. Вот, чуть-чуть надавишь на него, сок. Обалденно, шикарно. Больше ничего не могу сказать. А в конце хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Всем удачи, угощайте своих родных и близких, делайте вкусные блюда. Всем пока и до свидания. Не болейте.